Hello, всем друзья, с вами Илья Ла. Сегодня я подведу итоги февраля. Как вы знаете, февраль уже заканчивается, и завтра будет уже март. И я решил вам показать все, что будет, что я приобрел за этот выпуск, точнее, месяц, извиняюсь. Ну и также, наверное, расскажу, что будет в марте. И также, возможно, что будет у меня в дальнейшем продлеваться. Так что давайте мы приступим. Ну и начну, пожалуй, с того, что я приобрел вот эти три выпуска со Смаркачом, Дарном Литфутом и Карло Мазерати. Как вы знаете, у меня появился недавно проект DNGT, то есть дичайшая ностальгия журналов тачки. Ну и потому что тем самым я не только показываю вам, как выглядели старые номера в этом, так сказать, как они вообще выглядели, но и также осуществить свою мечту. Просто я, как вы знаете, собираюсь с 2013 года, и я, к сожалению, тогда не мог приобрести никакую тачку, и поэтому сейчас стараюсь осуществить свою мечту, чтобы наконец-таки все выпуски собрать, неважно в каком они будут виде, главное, чтобы хотя бы была коллекция собрана. То есть вот, как вы видите, я приобретал в этом месяце 7-й выпуск за 2010 год, 10-й за 10-й, ну и также 2-й за 2014 год. Также здесь была такая картонка от Карло Мазерати. И вот, в принципе, вот такая вот у меня коллекция. И давайте перейдем к следующей половине. Также в этом месяце я приобрел наконец-таки металлического Бобби Свифт, потому что я приобрел именно Бенса Зинаса и Брик Ярдли и Кэлла Уэзерса еще в 2017 году, а уже прошло полтора года, как я наконец-таки купил Бобби. Но также я вам хотел показать еще один сюрприз. Я еще приобрел вот такого сержанта на 23 февраля. Вы, конечно, не видели на него у меня обзор, потому что я его приобретал без упаковки. Я его приобрел в магазине «Мультгерои. Тачки. Самолеты». Ссылка будет в описании. Ну и также вот этот сержант, у него меняются глаза. То есть у него выражение одно, ну и также у него другое сейчас выражение. Здесь он у нас с таким красным ящиком. Как вы помните, тот момент, когда в тачках один была такая вот команда молнии во главе с Доком Хадсоном. Ну и там стоял вот этот сержант именно с таким красным ящиком. Вы, конечно, не видели на него обзор, поэтому на нем чуть подольше остановимся. Значит, вот он у нас выглядит вот так. Такая вот у него некая тряпка наложена. Сзади у него запасное колесо, и также у него дополнительный бензобак. Ну и также у него номер 41ВВ2, то есть отсылка ко Второй мировой войне, которая была в 1941 году. Ну и также вот такой вот у нас джип одноименной марки. Джип именно. Ну что ж, я вот приобрел два таких вот героя. Сержанта и также Бобби. Ну а теперь я вам, думаю, расскажу, что будет в марте, а именно завтрашнего дня. Например, я планирую несколько новых проектов. По крайней мере, досье точно никуда не пропадет. Ну и также будут появляться топы и также, возможно, какие-нибудь стоп-моушены. Ну и также я хочу сказать, что у нас уже вышел новый журнал «Тачки», 3-й выпуск за 2019 год. Но там будет кое-какая очень большая критичность,
потому что там выходил именно вот такой вот метр. Вы спросите, почему я достал именно этого метра и чем я на него, собственно, намекаю. Я вам хотел сказать, что, как мне Зим уже рассказывал, появился такой же метр, как именно здесь, но в отличие от того, он просто не имеет номера 95. Хотя, конечно, он будет не очень большой заменой, потому что, как вы видите, у меня нету крюка, ну и также у меня тут стерся очень хорошо номер. Так что я думаю, что это будет очень хорошая замена тачкам, точнее метру самому. Ну и надеюсь, что обзор будет не таким жестким, как я уже начинаю его представлять. Ну что ж, в принципе, это все, что я хотел вам сказать. Давайте переходить в конец этого ролика. Ну что ж, это был вот такой вот у меня такие итоги февраля 2018 года. Извиняюсь, конечно, что не было итогов января, но, к сожалению, мне его пришлось прикрыть так, поскольку там я особо ничего интересного не приобрел. Ну все, ребята, это был канал Илья One, меня зовут Илья. Подписывайтесь и ставьте лайки, комментируйте. До скорых встреч, ребята. Всем пока. И также не забудьте, возможно, я еще кое-что сегодня добавлю. До скорых встреч, ребят. Еще раз всем пока.